В эфире телеканала АТВ международная информационная программа «Середина земли», в студии Евгений Кац. Здравствуйте! И начнем с новостей республики. Горячая вода под запретом. Дома, где подается вода с превышением содержания нефтепродуктов, могут отключить от благ цивилизации. Информагентство Байкал Дейли сообщает, что ТГК-14 попало под административное расследование. С источником загрязнения воды пока не определились. Напомним, несколько недель назад жители Октябрьского района стали жаловаться на запах бензина в горячей воде. По итогам лабораторных анализов выяснилось, что в горячей воде действительно есть нефтепродукты. Отметим, что информационные письма с жалобами направлены в МЧС и ФСБ. В отношении ТГК-14 проводится административное расследование. Сегодня в нашей теперь уже регулярной рубрике «Официоз» последние новости из коридоров власти. Вячеслав Наговицын провентилировал вопрос фото Манзанова и Мархаева, так прокомментировав представителя администрации главы республики его реакцию на арест министра сельского хозяйства Бурятии Александра Манзанова. А вот депутат Госдумы и лидер бурятского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев был менее косноязычен. Для Вячеслава Наговицына было бы мужеским поступком уйти в отставку, как это делают во всех цивилизованных странах, когда речь идет о таком обилии фактов нецелевого использования бюджетных средств, заявил Мархаев в интервью infpol.ru. Стреляли и будут стрелять. Военные сегодня тоже не церемонились с главой республики. Они просто проигнорировали просьбу Наговицына и жалобу лан-уденцев в связи со слишком шумными учениями в окрестностях бурятской столицы. Стрельбы продолжаются и будут идти в течение ближайшего полугодия. Вопреки просьбе главы Бурятии Вячеслава Наговицына предупреждать население не будут, заявили в командовании. С декабря по апрель стрельбы будут проводиться, сообщил первый зам руководителя администрации Советского района Игорь Франк. И ночью, и днем. На просьбу оповещать население командир улыбнулся и сказал: «Я же не могу план боевой подготовки выкладывать на всеобщее обозрение», процитировал Игорь Франк. Новым руководителем ФСБ по Бурятии стал Казбек Ходов. Как сообщает Байкал Дели, он пришел на эту должность из Забайкальского края, где являлся заместителем руководителя управления. Ранее он служил в Северной Осетии. Именно с его назначения в Бурятии многие связывают задержание министра сельского хозяйства республики Александра Манзанова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Бурятия ставит на ГЧП. 31 октября в Народном Хурале состоялся круглый стол, посвященный вопросам реализации закона о государственном частном партнерстве. Такое взаимовыгодное сотрудничество между бизнесом и государством признано одним из приоритетных направлений в сфере развития инвестиционной деятельности. По словам Вячеслава Ерельдеева, инициатива развития партнерства идет от бизнес-сообщества. Владимир Владимирович Путин в своем бюджетном послании вот в этом году он сказал, что государственно-частное партнерство – это один из таких основных инструментов по оптимизации структуры расходов наших бюджетов. Мы видим, что денег не так много, как хочется, и поэтому нужны ресурсы, финансовые ресурсы частного капитала. В настоящее время с участием частного капитала в рамках партнерства планируется строительство более 59 инфраструктурных и социальных объектов на общую сумму свыше 400 миллиардов рублей. К примеру, в рамках ГЧП приоритетными направлениями деятельности является строительство пансионата для престарелых и инвалидов, теплоэлектростанции, а также Ледового дворца. Три дня в 14-й гимназии не было уроков. Вместо этого школьники пробовали себя в абсолютно новом качестве. В смешанных классах они рисовали карты, учились писать рекламные статьи и участвовали в дебатах. Этот эксперимент – первый опыт учителей гимназии – примерить инновационную систему в своей школе. Что из этого получилось, знает Юлия Пермякова. Вдоль побережья находится пустыня Солнечная. Вдоль острова протекают два течения – радости. Это теплое течение. И грусти, холодное течение. Это нестандартный урок географии. Это эксперимент. Учителя 14-й гимназии решили попробовать новую систему обучения. Для этого учеников 5, 6 и 7 классов объединили в небольшие группы. Им предстояло решить предложенное задание, а затем выбрать лучшую команду. Итоговым продуктом, итоговым проектом для детей вот являются дебаты. Они между собой дискутируют на очень важную, как нам кажется, проблему. Человек-раб или хозяин природы. А задача, естественно, научного характера. Она объединяет в себе знания математики, географии, астрономии, биологии, физики, химии частично. Для семиклассников там чуть-чуть есть эти задания. И в течение двух дней дети решали
серьезные задания, связанные с гипотетическим островом, на котором человек ведет свою деятельность хозяйственную, и вот как это влияет на природу. Ответы на эти задания не найдешь в интернете и не спросишь у старшего. Здесь важно мышление самого школьника. Победит тот, кто более аргументированно и убедительно сможет защитить свой проект. Оценить проделанную работу приехали даже учителя с других районов республики. С такой системой они столкнулись впервые. А на этих курсах я решила попробовать новый формат, то есть вовлечь педагога непосредственно в деятельность. Учителя, ну вот такие, как сказать-то, новаторы, которых это сразу заинтересовало. И они стали в 14-й гимназии ходить как у себя в школе, что-то усовершенствовать, вмешиваться в процесс и так далее. Это очень интересно, потому что побывать в новой школе, посмотреть, как работают другие, это тоже в какой-то степени учеба. В проектной задаче я участвую впервые, я обязательно постараюсь внедрить этот опыт в нашей школе. Сами школьники оценили систему обучения на 5, ведь в эти дни они были освобождены от домашнего задания. И самое главное, на этих занятиях они учились отстаивать свою точку зрения. Я считаю, что раб человек, человек раб природы. Почему? Ну, потому что когда извержение вулкана идет, это же не человек делает, это сама природа. Или что-нибудь там, дождь, когда идет, это не человек, а сама природа, когда. Мне очень понравилось, и мы очень подружились, мы очень много интересного делали и решали задачки. Вы сами делали или вам кто-то помогал? Ну, немного нам помогал учитель, а остальное мы сами. Мы как будто настоящий комплекс делаем, и там расходы, доходы, материалы, там, еда. Наша команда самая лучшая, потому что нашу карту выбрали. Довольны результатом и сами преподаватели, ведь этот опыт позволил понять, дети готовы экспериментировать, и главное, им это по-настоящему интересно. Юлия Пермякова, Евгений Козлов, Первая альтернативная. Зарядка с чемпионом. Григорий Панфилов возрождает забытые традиции. Сегодня он провел утреннюю зарядку в одной из школ города и на деле доказал, что активный и здоровый образ жизни – это путь к настоящему успеху. О простых секретах чемпиона наш следующий репортаж. Утренняя зарядка – это один из первых шагов именно к достижению здоровья, к постижению здорового образа жизни, ну и, соответственно, вашего будущего. С таких напутствий начался учебный день пятиклассников 22-й школы. Школьники выполнили утреннюю зарядку под руководством чемпиона Европы по толканию ядра. Сам Григорий рассказал детям, что выполняет полезные упражнения с 4 лет. Именно такая практика помогла ему добиться успеха в жизни. Вот эти упражнения все можно выполнять даже сидя за партой. Перемен наступила, чувствуете, что устали, спина перегрузилась. Сделали несколько упражнений, это будет хорошая очень пауза, чтобы у вас осанка не портилась. Григорий поделился и другими секретами успеха. Например, масса его знакомых и друзей достигли прогресса в своих профессиях, не имея вредных привычек и, конечно, занимаясь спортом. Дети народ восприимчивые, поэтому сразу уловили пользу советов. Когда ты занимаешься спортом, то у тебя и мозги развиваются. Ты можешь лучше работать на уроках, отвечать умные вопросы, получать оценки. Я узнал новые зарядки, которые я вообще не знал. Ну, теперь я их буду делать по утрам. Хорошо, бодро. Спать не хочется. Буду хорошо на уроках отвечать. Идея проводить массовые зарядки с детьми у Григория и его соратников по спорту появилась уже давно. Теперь она вылилась в масштабный проект «Утро для будущих чемпионов». Может, и чиновники республики подхватят возрожденную традицию и поспособствуют организации утренних зарядок в каждой школе республики. Тем более, что президент страны задал курс на оздоровление нации, да и дети готовы принять эстафету чемпионов России. Анастасия Лисова, Александр Хамаганов, Первая альтернативная. Народный похабов в кинотеатрах Улан-Удэ. Комедия об обратной стороне Сибири вышла в прокат. Масштабный региональный кинопроект объединил представителей Иркутска, Красноярска, Читы и, конечно же, Улан-Удэ. Работа над фильмом длилась целый год. Результаты труда оценила наша съемочная группа. Народная комедия Юрия Яшникова и Жаргала Бадмацеренова «Похабовск. Обратная сторона Сибири» вышла на широкий экран.
Сюжет фильма – это история о выборах мэра вымышленного города Пахабовск. Пахабовск, кстати, собирательный образ всех городов Сибири. Из-за названия фильм оброс негативными легендами и различными домыслами. Однако премьерный показ расставил все по своим местам. Когда писал сценарий, там очень разные люди его писали, мы очень веселились, когда его писали. И, конечно же, были какие-то вот кусочки сценария, которые мы давали себе в волю. И уверяю вас, если бы это прошло в кино, эстеты бы сказали, действительно, ну это пошло. Но народ бы ржал до слез. Но учитывая то, что у нас название такое «Пахабовск», мы решили исключить вообще все моменты, поэтому мы делали несколько правок сценария. И в итоге получился очень такой, знаете, 12+. Действие фильма разворачивается вокруг двух главных героев. Бессменного мэра, желающего переизбраться на пост городского главы, и молодого предпринимателя, который нанял команду политтехнологов и отправился решать непосильную задачу в провинциальный городок. Приятно удивило качество съемки, а также то, что главные роли достались бурятским актерам. Моего главного героя, да, зовут Гайдай. Прозвище Гайдай, а фамилия Гайдаров. Тоже такой человек, знаете, интересный в каком плане, который сделал себя, он сам родом из Сибири, работает в Москве, в меру тщеславен, очень находчив и целеустремлен. В отличие от Голливуда, где картину обычно презентуют исполнители главных ролей, команда «Пахабовска» на премьеру пришла всем составом. Поэтому перед показом картины у зрителей была уникальная возможность пообщаться и сфотографироваться с актерами фильма. Ну а после просмотра зрители с удовольствием делились своими впечатлениями. Понравился, нормально. Нам очень понравилось, да, очень профессионально снято. Нам очень понравилось, мы смеялись от души. Было очень все здорово. Понравился фильм? Да, очень. Крутой? Крутой, вообще здорово. Советую всем сходить посмотреть. Целый год длилась работа над этой картиной. И вот теперь любой желающий может оценить работу актеров и получить свою порцию позитива, насладившись тонким юмором веселых и находчивых. Марина Непомнящих, Александр Хамаганов, Первая альтернативная. Советы от доктора буддийской философии теперь может получить каждый зритель АТВ. В эту пятницу в эфире нашего телеканала стартует новый телепроект «Метод и мудрость». Как выстраивать отношения в семье, что нужно сделать, чтобы достичь поставленных целей, как быть успешным в обществе и на работе. Ответы на эти сложные вопросы готовы у Геше Эрдема Инкеева. Ну а детали нового проекта у Александры Гавриловой. Эрдем Инкеев провел 17 лет в стенах Гамандацана в Индии, изучая философию буддизма. Он один из первых докторов буддийской философии в Бурятии. И сегодня он готов говорить на любые темы и делиться своими знаниями с окружающими. Именно поэтому он с легкостью согласился поучаствовать в нашем проекте. Идея создания принадлежит Евгению Козлову и Максиму Дашнимаеву. После коротких переговоров съемочная группа приступила к реализации своих творческих планов. Очень интересно было. Мы увлеченно работали с утра до ночи и буквально не делали ни одного дубля при записи программы, то есть нон-стоп, нон-стоп, нон-стоп. Запретных тем у нас не было. Мы говорили обо всем буквально, от пустоты и нирваны до почему ламы лысые и что они делают на Новый год. И есть ли у них девочки? Как правильно поступать в непростых ситуациях? Что нужно делать, чтобы сохранить крепкую семью? Как стать лидером в современном обществе, не переступая моральных законов? Об этих сложных вещах простыми словами расскажет зрителям АТВ доктор буддийской философии. Этот проект отличается, значит, от всех других проектов каким-то интересным, такой интересной атмосферой, которая у нас сложилась на съемочной площадке. То есть мы как будто бы прикоснулись к каким-то, не знаю, новым для себя, ну, может быть, для кого-то это были не новые, но некоторые вещи я действительно узнал заново, ну, то есть узнал впервые даже, можно так сказать. Эрдем Инкеев не боится провокаций. Он без труда отвечает на самые неудобные вопросы. Почему ламы лысые или кто круче, белая или зеленая тара? Увидеть премьеру программы «Метод и мудрость» можно уже на этой неделе. Каждую пятницу в 18:30 будет выходить свежий выпуск. Повторы можно посмотреть в выходные дни. Не пропустите. Александра Гаврилова, Алдар Дамбаев, Первая альтернативная. На этом у меня все. Далее вас ждут новости Иркутска, Читы и Монголии. Я же с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. И до встречи в эфире.